Ой, за 250 рублей сейчас придется смотреть Маклауда 25 минут видос. Опять часа на два затянется. Нелегкая ютуберская жизнь, понимаете? Нелегкая моя вот судьба. Ребят, короче, дудоньте, блядь, я не знаю. Будем прерываться на любой донат, пожалуй. Чем смотреть вот эту вот всю ебложопу. Вот. Но вот это пока что так вот, как бы, пускай будет как развлекаловка, заполняловка для стрима. Собственно, спасибо всем комментаторам, лайкерам, подписантам. Ребят, реально, вот кому нравится, вот много же пишут, что, блядь, нравится контент с Маклаудом. Ну, не поленитесь написать там какое-нибудь слово, типа, не знаю, Моисей Великанов, повелитель пуканов. Просто напишите, и все, и будет мне счастье. Вот, заходите на стримы обязательно. Спасибо, кто заходит. И донатерам просто бесконечные лучи добра, благодарность и анальная, так сказать, печень. Итак, Маклауд, он снова пытается, блядь, что-то доказать. То есть вот такой, ну вот, посмотрите, в России же она, блядь, плохая, вот, все плохо же, блядь, вот, видишь, типа, вот у них убранные, блядь, там эти самые, асфальт, блядь, у них ровный, а у нас кривой, блядь, и вот у них минимальный размер оплаты труда больше, поэтому у них лучше живется, блядь, на самом-то деле. То, что где-то хуесосом живется лучше, не значит, что там в принципе лучше. Блять, вот что я хочу сказать. То, что в России человеку, который честно работает, который ну, имеет какую-то нормальную профессию, который на что-то обучился, который, ну, не конченый долбоеб и распиздяй. Просто конченному долбоебу и распиздяю в России, да, живется хуже, сильно хуже, чем конченному долбоебу и распиздяю в Америке, в Швеции, в Дании или в любой другой такой стране. Но это плохо! Чего хорошего в том, что гондоны какие-то обоссанные в Германии живут, блядь, хорошо. Какие-то, блядь, говнобеженцы, которые там нихуя не делают, блядь, сидят на пособиях. Или, блядь, в Финляндии, то, что там пособие какое-то, я не знаю, какие-то, блядь... Что хорошего в том, что всякие, блядь, паразитические обоссанные формы жизни живут где-то там, блядь, хорошо. При этом, еще раз, человеку, который, ну, хоть что-то, блядь, вообще делает осмысленное, он не будет жить. То есть вот ты говоришь, ой, смотри, блядь, дороги разъебанные. Да, блядь, сука, если ты снимаешь жилье у себя... Если ты снимаешь жилье за нормальные деньги в нормальном районе, и не только про Москву речь, про любой город абсолютно. Если ты бомж, и ты живешь в нищенском, блядь, бараке, у тебя... Ну да, так можно жить. Просто в России позволяет, в принципе, так жить. Можно, но ты будешь жить в обоссанном бараке с лужами, с говном, блядь, с грязью и просто непроходимыми дебрями и обоссанными тротуарами. И никто не будет их убирать, потому что... А на что их убирать, если ты, блядь, за это налогов не можешь заплатить? Если ты, блядь, в бомжатнике и живешь? Если ты живешь в нормальном районе, просто, блядь, работаешь на приличной работе, я еще раз, просто хоть как-то, блядь, хоть где-то работаешь. Работящему человеку, вот ужасно жить в России, я думаю, ужасно жить работящему человеку на нужном более-менее, на нужной более-менее должности, не может жить плохо. И свобод гораздо больше. Вот смотрите, мог бы я вот так вот сказать, негр, блядь, смотри, о, видали, как я могу? Могу, нахуй. Вот, можно слово, не знаю... Да бля, вот я смотрел Comedy Club недавно, там что-то типа, шутка такая, блядь, в любой европейской стране, в любой США за такое бы выебали просто. А у нас вот сейчас это, ну, абсолютно спокойно, нормально можно так шуткануть. Типа, что вспомните всех, типа там, оскароносных актеров, типа, этот гей, этот, короче, инвалид. А та вообще негр. Типа, что-то такое. Я уже не помню, я очень хуёво пересказал. Но смысл в том, что такую шутку вообще, в принципе, можно пошутить на телевидении. И это говорит не о том, что какая-то там деградация ужасная, а о том, что, блядь, какая свобода есть на самом-то деле. Что дальше, ладно? Ну что ж, снова всех дико-тотально приветствую. Вот. И что про геев можно шутить. Да, бля, я за шутки про гомиков... готов потерпеть, блядь, любой асфальт вообще, самый сегодня хуёвый. Мы посмотрим про Кёнигсберг, Калининград, вот. Как там жили? Старбом, спасибо. Маклауд, иди нахуй. Привет. Посмотрим за донат про видос. Гату. Китайский рэч, но не друг друга понимают. Видоса-то нет. Тема из 80, ха. Привет про Агату. Китайский разговор, разговор двух удобных наркоманов, неразные речи, не друг друга понимают, тема...
а, поговорим на китайском языке, типа имеется в виду, что нихуя не... Ну, короче, окей, ладно, я теперь понял глубокий смысл, в общем-то, песни Агаты Дристи про китайский язык. Хорошо, хорошо. Короче, про наркоту поют, ну, окей. Спасибо за донат. Буду знать, но это не сильно добавляет именно культурной какой-то там музыкальной ценности группе Агата Дристи, но все же да, все же хотя бы какой-то смысл начинает в тексте прорисовываться, спасибо. Но просто для неподготовленного человека, для неподготовленного уха, или, то есть я не знаю, реально было ли такое вот типа говорить по-китайски, то есть что был такой сленг действительно до, допустим, до еще существования этой песни, что говорить по-китайски имелось в виду уебанным нести какую-то полную хуйню. То есть, если такое было, и они это использовали, ну, это хоть какой-то, да, уже хоть о чем-то. А если это, типа, уже кто-то додумывает, исходя из того, что они там первые попавшиеся спизданули, тогда это, конечно, хуйня собачья. И просто, если об этом не знать, то звучит как первое, что в голову пришло. Типа... Мы летали налегке на китайском языке, там что-то такое, блядь, да? И вот, опять же, гномы, что там, гномы-каннибалы зарабатывают баллы. Бля, просто это супер тупая рифма. Ну это же прям вот самое дебильное говно, которое только можно придумать. Вот первое, что в голову пришло. То есть в таком случае, не, если так как бы разбираться, сорян, что я не про Маклауда, а про вот это, блядь, если взять мою песню про сосиску и сардельку, в ней и то, мне кажется, можно найти глубокий смысл, если поискать. И как бы я над этим и иронизировал-то, по сути. Ну да ладно, в общем, дальше. Живется вообще Кёнигсберг, Калининград, вот. Как там живется вообще, узнаем. Правда, этот видос 2018 года. Ну, и я вот канал вышел, на него там человек по фок там лазит, да. Ну, интересно было посмотреть. В общем-то, и мне то, что в рекомендациях всплывало, я вот немножко посмотрел некоторые видео. Ну, интересно, интересно довольно. Я не понимаю двух вещей. Что он пытается доказать, это во-первых. И нахуя он, ну, то есть вот зачем он это снимает реально? Ради 6 лайков и 30 просмотров? Вот кому и что он пытается доказать, я не понимаю. То есть, Маклауд, давай даже допустим, что ты победил. Блять, и что? У тебя 150 подписчиков. Кого ты переубедил? Кому ты, то есть, ты глаза кому-то раскрыл? Или чё, блять, я не понимаю. Просто чё ты добился-то, блять, в конце концов? Нахуя это всё? Как бы еблогер какой-нибудь, если он, допустим, снимает видос, чтобы там 500 тысяч просмотров набрать. Типа, вот, то есть он там мамкин оппозиционер, допустим, и он снял, типа, вот там Путин, это ужасно, нам нужно всем собраться и быть против. Или наоборот, там, запутинист, который, соответственно, тоже, типа, такой, блядь, я не знаю, мне только Шариф в голову приходит, привет, друзья! Ну, он не запутинист, в смысле, а вы поняли, короче, блядь, какой-то такой странный чувак, короче. Ну, предположим, что он такой вот, типа, привет, и все сегодня, сейчас я вам поясню, короче, нахуй, блядь. Так и так, да, и он тоже набирает свои там сотни тысяч. Когда они это делают, я понимаю, они, может быть, и правда выражают то, что они думают, но они при этом аккумулируют вокруг себя людей и делают это так, чтобы, ну, как бы бабло с этого иметь, профит, да, то есть делают что-то нужное, и за счет этого они тоже кому-то нужны. Ты, Маклауд, делаешь ненужный контент, то есть даже если ты прав, твой контент не нужен никому, кроме вот 30 людей и кроме вот тем, кто мне донатит для того, чтобы я посмотрел. То есть единственный, кому хорошо действительно становится от того, что ты снимаешь какие-то видосы, и то сомнительно, это я, потому что мне донатят. И несколько моих зрителей, потому что им интересно, и то не всем явно. Ну просто давайте посмотрим, нахуя это живется. Делать? Я не знаю, изменилось ли там что-то за 2 года, чуть меньше. Ну за 2 года, да, изменилось ли там что-то, или до сих пор вот все так... И вообще, правда ли это, то, что говорит человек? Там, видите, закрытым мы не пойдем. И башню планомерно видит, плавно, когда вот стена переходит. И дальше пойдет это все укрепление по всей линии. Здесь вот, как вам сказать, идешь, присутствует в воздухе запах такой. Периодически мочи. И... блядь, в воздухе запах мочи. Человечество. Мусор. И это, я так понимаю, центр города, да? Я не знаю, есть ли кто-то из подписчиков, кто живет в Калининграде, как бы, вот может ли это подтвердить? О, блядь, из 150 людей. Мне кажется, что это просто психотип такой.
Он просто ноет и жалуется для того, чтобы ныть и жаловаться, вместо того, чтобы попытаться что-то делать, чтобы жить лучше. Да, например, дать свой хер еще раз подрочить Антону Апарину. Спасибо, Nightmare Outside, за 25 рублей сердечко. Там, вот это центр города, да, где-то вот рядом, по крайней мере. Я уже, ну просто я не могу воспринимать твои донаты без этого. Ну, как я понял. И до сих пор там воняет саниной и сраниной. Да, почему-то, я не знаю, тут какая-то проблема, видно, есть со стадами свиней диких. Ну, не знаю. Вот есть ли она до сих пор или уже нет? Вот здесь вот там бумажки, все, все, вот это все, это центр города. Центр здесь города, вот здание. То есть центр города. И там какая-то, вот в центре города даже, есть проблема со стадами диких свиней. Может быть, конечно, за два года что-то изменилось? Областной прокуратуры. Все показано вскрытыми банками. Невозможно все привести в нормальный вид, нормальный порядок. Но, как видите, внешнюю сторону как бы порядок приводит. Сейчас я вам покажу внутреннюю стену, обратная сторона. Вот, смотрите. Это укрепление, внутреннее кольцо. У нас в Кенигсберге, в Калининграде было два кольца укрепления, внутреннее и внешнее. Это внутреннее кольцо, город укрепления. Типа, блядь, руины как руины. Чё вообще, блядь, он доебался. Вначале было построено вот это кольцо, потом было наружное. Удивились? Ха-ха-ха. Это вам Россия. Какой нахуй центр города? Там, блядь, лес какой-то злоебучий. Какой своеобразный. А знаете, здесь общественный туалет на воздухе. И туалет, и... Ну, как бы, я так понимаю, что где живем, там и сырем, правильно? А, ты-то, блядь, Маклауд явно, нахуй, прям экологический активист. Неврот ебический вообще, нахуй. Ты хотя бы батарейки, блядь, сдаешь, или ты их в помойку выбрасываешь? Обшито прогуливаются. Вот если мы сюда для начала. Там, вот, столько мусора, столько грязи, вот эти бутылки, банки. Все это никто не убирает, всем абсолютно все равно. Всем абсолютно начихать на это все. Фу, здесь вонище вообще. Смотрите, сейчас поднимаюсь наверх. Вот здесь типа тропинка такая. Смотрите. Вот он. Вот он. Все эти скамейки разбиты, раздолбанные. Да, вот здесь, это прямо были скамейки или... Ну, да, скамейки, наверное, да? А где скамейки-то вообще? Тоже спёрли, что ли? Не понимаю, спиздили их? Кто за это будет смотреть? Ну, правильно, сюда же иностранцев не приведут. Какой большой штат, вольники, все, чем они занимаются? Ну, а чем они должны заниматься? Сколько там, за 20 тысяч или сколько там у них зарплата? Да ничем, в принципе. Делать вид, имитировать бурную деятельность. Чем должны заниматься дворники за такие деньги? Ну, если вам что-то не нравится, так приберитесь сами и начните с себя, ну, начните убирать, срать за собой, не знаю. Вот я, ну я... нет, прикол не в этом. Начни больше платить дворникам. Вот начни с себя, Маклауд, начни ты платить дворникам, чтобы они лучше убирались. Подходи к дворнику там в Калининграде или у себя на районе и говорим, можешь получше прибраться, я тебе косарь дам. Начни, но у тебя же нет косаря, потому что ты, блядь, не работаешь, а хуйней какой-то занимаешься. Я лет 5 назад тоже был свиньей. Ну не такой, чтобы свиньей прям вообще раскидывать бутылки, ну да, тоже свинствовал, да? Но я поменял сознание. И я срач больше не развожу. Выкидываю куда положено, в помойку, мусор. А больше уже и не надо, спасибо большое. Это же не сложно, на самом деле. Это не так сложно, как кажется, на самом деле. Спасибо. Маклауд теперь экологический активист. Он будет сейчас нас учить мусор выбрасывать в помойку, блядь. Буквально, вот, буквально в 100 метрах от глобального ремонта, от глобальной подготовки к чемпионату мира. Буквально вот на той стороне, вот этой стены, которая уже обваливается. Там уже такой ремонт шпарит. Сейчас мы с вами выйдем, ребята, на улицу Мрана, он уже прицепит. Так, 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 ну да, да. Блин, ну это ж вообще кадр, ну. Где живем, там и сырем. Браво, ну охуенно, не знаю. А это... где поссать человеку, че он доебался? Погода-то изменения есть там? В лучшую сторону. Нормально, чисто-чисто по-нашему. Ну, я, кстати, не знаю, я, в принципе, уже погуглил, сколько там можно, за какую сумму можно снять комнату. И, кстати, да. Спасибо. От Маклики аж трясет. Здоровый, блядь, мужик. Иди нормальную работу найди, сразу нытье пройдет. Это как мухи, которые видят кругом только говно. Хм, ну, может быть и так. Спасибо большое Старпом за донат. Ну, я ему о том же говорю, блядь, что типа, ну даже если тебя-то вот это как волнует вообще? Ты, блядь, в Калининграде или чё? Ты в Питере живешь. Ты живешь, блядь, в Санкт-Петербурге. Тебе 30 лет, ты не инвалид, блядь. Хули ты, блядь, не можешь устроиться на человеческую какую-то приличную работу и это самое, блядь. И хорошо жить. Нормально хорошо жить. Ну или, блядь, устройся на приличную работу, накопи деньжат и съеби в Америку и живи там. Как тоже некоторые делают прекрасно. Просто для того, грубо говоря, чтобы свалить в Америку, как Димон, тот же самый, гитарная история. Для этого все равно, сука, надо поработать сперва немного. Для этого, блядь, надо здесь что-то делать. Для этого надо деньги, чтобы накопить. Для этого надо, блядь, работать, представляешь, нахуй. И там, чтобы, там все равно надо работать, блядь.
что-то дешево, не знаю, мне на Авито там выдает там 6-7 тысяч, даже за 5-500 что-то нашлось. Ну, что да, 8 тысяч сейчас? За 2 года-то изменения есть там? В лучшую сторону? Нормально, чисто-чисто по-нашему. Ну, как вообще, блядь, может быть хорошо жить там, где за 9 тысяч можно снять квартиру? Я, кстати, не знаю, я, в принципе, уже погуглил, сколько там можно, за какую сумму можно снять комнату. И, кстати, да, что-то дешево, не знаю, мне. Не, комнату, да, комнату вообще, блядь, за копейки. На Авито там выдает там 6-7 тысяч, даже за 5-500 что-то нашлось. Ну да, может быть, туда приехать. На Авито не надо гуглить, надо в Циане смотреть. И ехать, вот Масяка бы сказал, ну что, вот хорошо, Кёнигсберг, да, туда вот можно приехать, там дешевле. И зарплаты, я тоже глянул, ну якобы у Гузчиков, ну вполне там 20-25 те же, да? Ну. Ну можно туда приехать, но это же свинарник. Ну, а тебе, как грузчику, блядь, хули не нравится? Живи в свинарнике, ты, блядь, есть свинья, ты за 30 лет, блядь, нихуя не сделал. Ты думаешь, блядь, безработный американец, блядь, живет так же, как вот те, которых ты показывал, блядь? Ты-то, блядь, не работаешь даже грузчиком. Я работал, блядь. Ну вот, работал, блядь, а в итоге вот, вот как ты сейчас живешь, это еще, блядь, лучше гораздо, чем если бы ты в трейлере в саном или в палатке, блядь, бы жил. Ну, это свинарник. То, что я вижу, это свинарник. Я зашибись. Охуеть, блядь. Я не знаю, я не могу там что-то понюхать или понять. Я вижу зеленый лес, как бы хз. У меня в селе за 9к нормальную однушку не снять. Что-то какая-то, какое-то у тебя хуевое село, чувак. Это бред какой-то. Ну, я знаю точно, где можно трешку за 6 снять. Есть такие, как говорится, села хуёло. Конечно, он не может стоить. Если вы так его засрали, я не знаю, но... Полная разгуха какая-то, ну. Да просто прикол в том, что если ты живешь там, где жилье стоит, сколько, блядь, 5 тысяч рублей, 10, 15 тысяч рублей в месяц, хули ты жалуешься, что там насрано, блядь? Хорошо там, где жилье стоит 100 тысяч. Ну, как бы, это ж можно. А, Днепропетровск, блядь, нихуя себе село, блядь. Это, как бы, нехилый город такой. Так, видите, здесь вот стеночка, за которой мы все время двигаемся, и она вот заканчивается. Ну давайте еще часть посмотрим, собственно, про зарплату человек говорит. Вот. Один из крупнейших. Я просто могу ответить, меня кто-то спрашивал, кто хочет приехать в Калининград и хочет узнать насчет того, сколько здесь, какая тут зарплата у людей, которые здесь работают. Для того, чтобы то, что я вам сейчас скажу, многие подумают, что типа вот я такой вот не в курсе дела, ситуации не владею. Объясню ситуацию. Скорее всего, она, возможно, везде одинаковая. Ну, во-первых, если вам старше 40, вам скажут, что извини, дорогой, у тебя уже возраст не тот. Это 100%. Если же вы моложе 30, то вам скажут, вы знаете, у вас опыт работы еще нет. Вообще, скажу так, что зарплата в Калининграде средняя. Если Росстат смотреть, то где-то 35-40, я вам скажу, как гражданин, который прожил здесь всю свою жизнь, что зарплата 25 тысяч – это норм. Зарплата 30 – это уже хорошо. А все, что свыше 30 – это просто космос для Калининграда. Если у вас в Калининграде будет зарплата 45 тысяч или 50, это просто, вы бог, сразу вам скажу. Потому что таких зарплат у нас просто нет в Калининграде. Я не знаю, кем надо. Ну, охуенно. То есть, если я сейчас перееду в Калининград, я буду там жить как бог. Пиздата, заебись, классно. Прям чисто сниму себе в самом центре, в самом охуенном месте, и буду просто, блядь, на красоту любоваться, жить и, не знаю, и все, и шиковать. Чем надо заниматься? Чтобы и Польша рядом. Я вам скажу так, что до кризиса, 50 тысяч рублей заработать в Калининграде было несложно. Видите, вот все отработали, да, уже снимают. Я снимал вам видео здесь, вы снимаете. А, до кризиса, блядь, какие мы деловые, блядь, ясен хуй, что до кризиса все легко. До кризиса любой долбоеб может, блядь, подняться, а ты, блядь, поднимись в кризис. Ты как бы, знаешь, чтобы кризис тебе был не страшен, извините, блядь, надо нахуй в экономике разбираться немного. Хотя бы чуть-чуть. Заканчивается отделочная работа, и город вот потихоньку уже красиво, да, вообще, такой превращается в картиночку. Еще дорожки нам тут нарисуют этими беленькими полосочками. И если у кого-то есть подвязка здесь, туда, в принципе, можно в армию пойти. Если на работу строится туда, в силовые структуры, можно пойти работать, нормальная зарплата. Если вы собираетесь работать с фирмами, у нас в Калининграде все фирмы не имеют будущего, сразу говорю. Все фирмы не имеют будущего, не имеют перспективы, не имеют... То есть все временно, поверьте. Открываются, закрываются, банкротятся все. Кто бы вам ни говорил, что мы там в Калининграде живем, как сыр в масле, катаемся, я вам скажу, это вранье. В Калининграде будут жить нормально, только те, кто у руля, те, кто у кормушки, те, кто имеет допуск. Они, да, у них все в порядке. У других людей не будет. У нас вот человек, он на Ниссане едет, вон еще какой-то, блядь, внедорожник. То есть просто на машины смотрите. Можно слушать пиздеж этого дурачка, только, блядь, попутно смотрите, на каких машинах люди ездят. Количество машин, дорогих, уменьшилось. Я вот просто езжу по городу, я обращаю внимание, какие машины ездят по городу. Вот, ну вот это вот, посмотрите, какой абсолютно, такой классный ремонт, да, такой, чисто еврик такой, европейский уровень. И такой металлолом ездит по этому европейскому уровню. Металлолом? Я хуеваю, блядь, с этого пса вообще. Смотрите, в любой европейской стране, на чем ездят там. Я даже вот далеко не ходил, просто тупо съездили в Польшу. Вот я веду блок в Питере еще. Охуеть, вот же черт. Польша, что вы там с ней сравниваете? Вы, блядь, посмотрите, нормальные тачки ездят. Ой, там. Польша это фигня там. Вы съездите, посмотрите, что такое. А кто говорит, что Польша это фигня? Я не говорю, что Польша это фигня. Я говорю, нормальные тачки ездят там, смотри.
Польша. У нас каждый житель Ленинграда, в принципе, спокойно туда ездит. Там продукты дешевле, чем у нас, качественнее, чем у нас. У них выбор есть. Там состав, они говорят, посмотрите, у них даже именно состав продуктов лучше, чем у нас. Намного для здоровья безопаснее. А то говорят, типа, ой, мы ввели санкции, там в Макдональдсе случайно нашли. И стоит оно в два раза дороже, я так думаю. Там какую-то грязь. Да у нас на каждом углу вот эти чебуречные, как лаваши и вот эта вот хрень заворачивают тебе шаурму без перчаток, без ничего, так голыми руками. Пошел тут же эти руки вытер, там, я не знаю. И это нам... Потому что все пиздят вместо того, чтобы работать, блядь. Правильно, к ним нет. То есть, я не знаю, 2020 год до сих пор там лаваши крутят голыми руками. Ну, даже в Питере в 2018 году этого уже не было. Ну, если только очень поискать, конечно. Но в перчатках там заворачивают. Так насчет голыми руками, если руки помыты и продезинфицированы, это нормально вообще-то. То есть, опять же, зайди на сайт там той же самой Додо Пиццы, Додо Пиццу крутят голыми руками. И узнай, почему. Ну, сейчас уже не крутят, потому что коронавирус, блядь, ебаный. А так, вообще-то, в перчатках там даже хуёвее гораздо будет. Потому что вот это вот жирное дерьмо, там все вот это вот пот там скапливается. Ну, лучше почитайте, ребята. Я забыл, как это называется, но без перчаток лучше. Прокачивали. Даже в 2018 уже. Ну, раньше, да, я помню, там было и у нас, что голыми руками крутили. Но, помимо прочего, у нас ашоты-то как любят-то? Ты же будешь понимать, что шурма, вот мясо, это тухляк, да? Мясо, это тухляк. Ну, либо почти тухляк, да? Вот то, что залежалось там во всяких пятерочках, да? Там, магнитах и прочем говне. Да, залежалось там мясо. Ну, ашот и рад купить там за полцены, да, с 50% скидкой мясо это, да? И шаурму крутить вот эту из нее. Ну, это тухляк. Поэтому на шаурму там ценники-то не повышаются. На Макдональдс они повышаются, а шаурма как стоила 150 рублей. Так она, в принципе, и стоит. Потому что делается из тухляка, по сути. К сожалению. И народ, в принципе, жрет этот тухляк с удовольствием, и да еще деньги платит за это. Ну, вот такой народ, вот что с ним? Это мне не поправишь уже, да? Вот я один это никак не исправлю. Ничего, никаких претензий, постоянно нравится. У нас если... Не ешь шаурму, блядь, что тебе поправлять? У нас если не нравится, то не нравится. А если как-то рвануться, так сразу полгорода в одном месте. И вот, уважаемые подписчики, я... Ну вот, я не знаю, даже нечего прокомментировать, потому что я не знаю, насколько это правда. Может быть, за два года стало лучше? Вот, но я не знаю. Вот. Но что-то как-то не очень, да? По описанию. Я вот Шилова смотрел, как он в Калининград ездил. У него все охуенно вообще. Все достаточно хреново, мягко говоря. Ну, давайте еще посмотрим. Агропромышленный комплекс при немцах. Так вот, с обратной стороны, вот там, если мы посмотрим с левой стороны от железной дороги, был немецкий замок, завод Остверк, который производил технику для фронта. И с этой стороны была скотобойня немецкая. Смотрите. Сегодня... Ну, видно, что старое здание. Этот нахуй завод находится вот в таком удручающем состоянии. Представляете, сколько людей здесь работало? Есть, конечно, вариант туда пройти как-нибудь, но нам этого вполне достаточно. Что мы там увидим? Заброшенные цеха, разбитое, снятое, проданное. Ну, ненужное, блядь, ненужное здание, нормально, и чё? Оборудование, снятый металлистами металл и все остальное прочее. Посмотрите, какой большой был завод. Не говоря уж о том... А что за дырка в стене, непонятно? Что это все-таки было... А нахуй он нужен? Были какие-то здания, которые можно было впоследствии восстановить и использовать по дальнейшему назначению. Да, зачем? Да, вот тоже мы все говорим, что у нас там у людей, у многих и совок в голове. Да какой совок? Ну, при совке хоть заводы стояли, ну. А нахуй эти заводы нужны? А тут, не понимаю, почему такая газовуха-то, ну? Блять, эти заводы стояли, потому что... Блять, была обоссанная, неэффективная плановая экономика. А перестали они стоять, потому что они нахуй не нужны, эти заводы. Знаю прекрасно, что все-таки вот эти немецкие... Точно. Постройки, а нет. Причем я посмотрел многие видео, ну, там, автора, ну, в основном за 2018 год. Там даже в центре города газовуха какая-то, на серьезно. То есть они нужны только тем, блять, кто на них работал, эти заводы. А по сути, экономике, то есть спрос... Показывает, что они не нужны, блядь. Там никто ничего не делает. Будь здорово, Юр, точно. Дороги для пешеходов, ну там одни ямы. Там одни ямы. Ну как так? Вот YouTube крыса, только нашел твой стрим, пишет Конь Ванилиновый. Вот, блядь, поэтому я говорю, ребят, обязательно Telegram, ВКонтакте, на всю хуйню, все, что можно, подписывайтесь. И, короче, теперь, чтобы стрим находить, под любым видосом описание, ну, короче... Сейчас на резервах все, грубо говоря. Ладно, что дальше? Ой, возможно. Хорошо выживают в любых условиях, если они даже войну выстрелили. А можете представить, какой там сейчас общественный... Надо премьеры, наверное, записывать. Ну да, как всегда там. Где живем, там и сырем. Что еще? Вот смотрите. Вот это был завод. Вот тут уже все заросло. Еще совсем недавно он работал. Тут работали цеха. Я как рефмеханик сам знаю, что и можно было на него устроиться рефмехаником, обслуживать холодильные установки. Хоть они и были аммиачная система, которая опасна для здоровья на сегодняшний день. Но тем не менее, все равно... блять, да опасна для здоровья, нахуй, до сегодняшний день. Поэтому их и не делают, блять. Было что-то, какое-то спасение для людей, у которых была возможность заработать хоть какие-то деньги. Для людей, для работяг. То есть, понимаешь, он жалуется, блять, на то, что работать там нельзя. Не на то, что... То есть, ему абсолютно похуй. Полезная эта продукция для людей. Нужна ли она вообще, в принципе, людям? Или просто выбора нет, там, вот либо покупай, либо там хуй соси. Закупается она там, я не знаю. Ну, то есть, ему вот вообще насрать. Он грустит, что у него нет работы. Блять, да если твоя работа, сука, зловредная в конечном итоге, то хули ты вообще, блять, ноешь тогда, сука? Как
только такие предприятия находятся в руках государства, то все в порядке. А когда государство потом распродает, отдает это все в частные руки, все это разваливается, уничтожается, потом банкротится. Обычная нормальная схема для капиталистического общества. Сука, еще и коммуняка, блядь, обоссанный. Да пошел ты нахуй, блядь, пидрила, сука, красная. Прошло 2 года почти. Изменилось ли тут что-то? Мне интересно. Идем дальше, ребята. И вы думаете, почему здесь стоит такой забор высокий? Потому что, наверное, не для того, чтобы через него не перелезли, а для того, чтобы туда никто не смотрел, чтобы никто не видел этот бардак, в котором это сейчас все находится. Ничего там хорошего вы не увидите для себя. А мы идем дальше. По такой шикарной улице, как Аллея Смелых. Ребята, Аллея Смелых. Эта улица называется Аллея Смелых. Она идет параллельно улице Дзержинского. Она до сих пор еще вот брусчатка не разнесли. Колючая проволока. И заезд, упирающийся в стену. Скорее всего, при немцах тут был заезд с улицы на территорию. Сегодня здесь вот заезд в стену никуда. Это уже дополнительно наша пристройка здесь был. Мясной магазинчик очень хороший. Я помню, что мы даже приходили, покупали тут продукты. Вот эти вот элементы ограждения немецкие с крестами. Это все вот можно отнести к памятникам архитектуры. И я даже уверен, что даже вот эта вот решетка, которая вот эта установлена здесь, это все вот еще... Ну что-то все как-то запущено. Я не знаю, вот запущено опять же все. Времен это все осталось немцев. И поверьте, когда это все заберет какой-нибудь другой частник, а это будет, я думаю, скоро, все это снесется, уничтожится, и на этом месте будут стоять многоквартирные дома, ребята. А как вы хотели? Сейчас мы посмотрим головной корпус, точнее КПП, в каком состоянии. Посмотрите, какая красивая. Вот, блять, будто кто-то будет ездить, прям смотреть на этот забор наебанный, как на памятник архитектуры. Какой красивый заборчик. Я не буду точно. Мы входим во двор, и, ребята, это жилой дом. Это жилой дом, Аллея Смелых. Посмотрите, какой красавец был. Здесь даже пандусы для инвалидов сделали, обратите внимание. Не, ну как-то так. Давайте, чтобы не растягивать, еще немножко глянем, еще одно. Слышите, да? Слышите, ну вот я говорю, есть какие-то проблемы с дикими свиньями. Явно. Ну, по крайней мере, в 2018 году были. Что там такое вообще, не понимаю. А что здесь обмотано, я не понимаю. Что это за срач какой-то непонятный? Ну, срач и срач, и чё? Что за херня на деревьях? А что за мусор валяется? Пришел, блядь, начальник командовать, ёпта. Он прям, что это такое? Что это за срач? Что здесь валяется, блядь? Тебя ебёт, бля, валяется и валяется, нахуй. Ты, бля, петух, заплати кому-нибудь, чтобы он это убрал, блядь, тогда уберут. Да ну ты ж, блядь, сидишь нахуй, пиздишь, дома не работаешь, хули ты, бля, раскомандовался овощ. А чё за мусор валяется? Он, бля, причем таким тоном, бля, заходит, как будто, знаете, вот как будто это, как будто вот начальник реально приходит и жалуется на рабочий, ну, не жалуется, в смысле, а командует рабочим, типа, это чё это, блядь, это чё ты сделал, это чё такое, это убери отсюда, нахуй. Ты хули командуешь-то, блядь, ты какой командир из тебя, бля? Что это за говно? Ты, бля, командир параши, нахуй. Вот это что за дерьмище вообще? Че это за дерьмище? Я его разбросал, бля, и чё ты мне сделаешь, петух? Блядь, что за мусор? Блядь, я реально сосал. Я там насрал и нассал, блядь. Вот я, нахуй, чтоб ты, блядь, жил и чтоб тебе хуже жилось, бля. Ну и чё, блядь? Блин, а просто, ну, вы там их отстреливаете хоть, я не знаю, ну. Да отстреливаете, бля, я лучше тебя отстреляю. Ты, блядь, ненужный, а я полезный, могу и насрать, бля. Изловите этих диких свиней-то, хряков. Чё там хряки бегают какие-то? Ну вообще, да, на самом деле, мусорить хуёво, конечно. А что это такое-то? Это что, бомжатник какой-то? Я прям здесь кто-то живет или что это такое-то вообще? Что это? Это что за шалаш? Здесь даже сортиры, смотри, сделали. Видите, как грамотно все. Даже туалет есть. Прикольно, люди плавают. Я не понимаю, что это за пленка на деревьях? Нахуя? Зачем? Блин, не понимаю. Для чего это? Всем миром на зло. Я спешу на зло. Вот с какой целью это сделано? Я не понимаю, что это значит? Да что за технологии какие-то непонятные такие? Не знаю, выглядит это как мусор какой-то непонятный. Ну и опять же мусор какой-то, что здесь валяется, какое-то говно. Заплати уборщикам, и они это уберут. Прикол не в том, что, блядь, люди должны не мусорить. Люди по своей природе свиньи обоссанные.
В любом случае. Я думаю, и немцы тоже, блядь, свиньи. То есть, блядь, прикол в том, что они могут, может быть, и правда не мусорят там где-нибудь у себя, потому что у них ввели законы, и эти законы соблюдаются о том, что мусорить нельзя. И прям их жестко ебут, как вариант. Или то, что у них вот социум уже, не знаю, привык этим заниматься. То есть их так или иначе выдрессировали, да, они, не знаю, начали с самих себя, и в итоге вот как бы у них там все вот сформировалась та или иная система. А у нас, блядь, ты сам, ёпта, говоришь, блядь, что мусорил до 25 лет, и ты даже не думал что-то, блядь, об этом. И никто нихуя не хочет ничего делать. Немцы трудоголики пиздец. Немцы, у них все точно, все по расписанию, они вообще прям люто трудолюбивые. То есть они херачат, херачат, все, бля, и поэтому у них как бы, поскольку они херачат, то есть еще раз, деньги, вы забываете самое главное, что деньги это награда за работу. То есть деньги дают тем, ну, по-хорошему, как это должно быть. То есть, если человек принес пользы на 1000 рублей, то он получает 1000 рублей. Грубо говоря, это работает так. То есть, Германия, она не только самой себе, внутри своей страны приносит пользу. Германия приносит пользу на экспорт. То есть, Германия приносит пользу россиянам, которые покупают Volkswagen, BMW, Porsche. Германия приносит пользу там, не знаю, испанцам, которые покупают у нее там Bosch, не знаю, там, приносят пользу там Словакии, там, которые, не знаю, Рамштайн слушают, которые налоги тоже там же в Германии платят. То есть Германия, она производит, грубо говоря, на свет продукцию, которая работает и на экспорт, и внутри страны у них тоже все, то есть люди как бы работают как следует, грубо говоря, да, и понятно, что есть распиздяи, есть грузчики, есть там хующики, есть всякое говно. И даже они могут себе позволить этих распиздяев из других стран набирать, чтобы они делали всякую черную работу и даже за хорошие нормальные какие-то деньги, чтобы была мотивация туда ехать. Потому что, блядь, они там работают, приносят пользу. И за счет этого у них есть внутри страны, внутри бюджета деньги, за счет этого у них чиновники там, блядь, нормальные, потому что они знают, как что работают, знают там, как бы, где их кто наебывает, где, как говорится, за кого голосовать, где что делать, где как. То есть люди просто тупо грамотные, вот и все. А в России Маклауд и ему подобные, блядь, сидят, которые нихуя не понимают. Он не понимает, блядь, в кризисе, он не понимает в экономике. Он не понимает, блядь, что он нихуя не делая, не приносит пользу никому и не должен получать ни за что никакие деньги. Если бы, еще раз, то есть вот сколько, допустим, я не знаю, Германия, население, да, допустим, сколько ее, да, и там у них, ну, 80 тысяч, половина России, грубо говоря, то есть Германия, в ней там есть какой-то, скорее всего, этот ВВП, там еще какая-то хуйня, на душу населения, там и прочая хуйня, давай на душу населения пускай будет, я не знаю, ну, пускай, что это в год, я не знаю, 50 тысяч долларов, да, на душу населения. Вот, в Российской Федерации ВВП на душу населения, сколько, давай найдем поменьше, 28, в два раза меньше. То есть, грубо говоря, один немец в 4 раза, даже не так, подожди, ну хотя да, да, один немец как 4 россиянина. А знаешь почему? А это потому что, сука, 4 россиянина, это 4 Маклауда, блядь. И от них 4 пользы едва ли столько же, сколько от одного немца, блядь, среднестатистического. Потому что в России, блядь, 140 миллионов человек, и из них реально там что-то делают вообще, что-то делают, более-менее, осмысленное, полезное. Ну, 1,5 миллиона. А в Германии из 80, блядь, что-то делают, ну, может быть, 6 миллионов, наверное, блядь. Поэтому там у них, блядь, ВВП, поэтому у них там деньги, поэтому экспорт, хуй экспорт. А в России, блядь, ёпта, сидит Маклауд, блядь, и ноет вместо того, чтобы что-то сделать, блядь, чтобы немец тебе денег дал какой-нибудь, чтобы он что-то купил у тебя, произведи, блядь, что-нибудь на свет. Сидит, хуесосит фильмы, блядь, сделай хоть один, хоть какой-нибудь фильм, хоть сделай хоть что-то вообще, за что тебе имеет будет смысл давать деньги. За что тебе их давать? За просто, вот что ты сделал? Лично ты что сделал такого, чтобы тебе можно было, блядь, за это дать деньги? Что, блядь? Попиздел на YouTube? Что ты, блядь, сделал? Поработал, блядь, обоссанным, блядь, газонщиком? Да на, блядь, газон этот может положить
узбеков можно нанять за 20 тысяч, и они, блядь, точно так же, как и ты, положат газон. Чего сделал ты? За что тебе $2000 платить-то, блядь? Грузчик в Америке, он американец хотя бы, он в Америке родился, блядь, да? У него там менталитет, хуилитет, там, я не знаю, еще что-то. Хотя он тоже нихуя особо не сделал. А ты-то, блядь, ты вот еще и ты в России в любом случае, у тебя выбора нет. Что ты сделал? За что я тебе буду платить, блядь? Не до тебя. То есть в Америке они могут себе позволить бомжам платить деньги, платить им пособие и прочей хуйней. А в России нет. Потому что в России не так много полезных людей. Если в Германии там 6 миллионов, грубо говоря, полезных людей, да, то в России их 1.5 миллиона. И в Германии на эти 6 миллионов остается 75 этих самых дармоедов, голодранцев. А в России на 1.5 миллиона, блядь, их 150. Остальные все там, ну, 100, 130. Вот, грубо говоря, это примерно так и работает. То есть, еще раз, мир, он держится на тех, кто приносит пользу. Любая страна, любая экономика, она держится на небольшом количестве самых полезных. Да? То есть есть, грубо говоря, даже, я не знаю, любой YouTube-канал, он держится на небольшом проценте самых полезных видео. Это вообще всегда, в принципе, так работает. То есть, с чем, не знаю, с чем это можно даже вот сравнить? Любой маленький город какой-нибудь, да, он держится обычно, там, его, не знаю... Там есть работа за счет того, что там есть одно какое-нибудь предприятие, которое полезно на всю страну, там, или на всю область, или на всю какую-то такую вот хуйню, да? То есть любой город, он может держаться вот за счет этого, за счет того, что там вот что-то есть такое, за счет чего там вообще экономика хоть как-то работает и циркулирует, да? Ну, либо это государственное влияние, что тогда еще вливание, да? Что плохо и бессмысленно. То есть так-то по-хорошему, да? За счет чего-то в город, грубо говоря, бабло поступает, да? И за счет чего-то оно оттуда выходит. И вот как бы в этом потоке каким-то образом у кого-то могут оставаться, то есть работа появляется и так далее. Если есть, допустим, не знаю, сахарный завод, да, предположим. Все, значит, есть уже работа на этом заводе. Раз есть работа, значит, у людей есть деньги. Раз у них есть деньги, все, они хотят что-то есть. Значит, есть смысл везти туда еду, открывать там магазин. Раз есть магазин, значит, ну все. И вот так вот постепенно что-то работает. А если там нихуя нет? И еще раз, даже не сахарный завод. Давайте предположим, вот я один. Я вот стример, все, у меня, не знаю, миллион донатов, блядь. Миллион рублей у меня в месяц. Я приезжаю в какую-нибудь там ссаную деревню, предположим, да? И вот лично у меня возникает спрос на то, чтобы там был бассейн. Все, там, я не знаю, если я буду готов 100 тысяч за него платить в месяц, да я, блядь, уже его сам для себя могу открыть, грубо говоря. А к бассейну приедут другие люди, а для них уже работа, и все. То есть экономика, вся вот эта вот хуйня, весь движ, все развитие, оно начинается с того, что кто-то один, грубо говоря, вот такой некий атлант, да, на котором все держится. Ну, до тех пор, пока мудаки-коммунисты у него не отнимут в пользу государства, и не произойдет тотальный пиздец, голодовка, блядь, жух и жопа. Полно народу в офисах нихуя не делает, получает зарплату. Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. Ну, хотя бы даже. То есть, чтобы хотя бы даже в офисе сидеть, нихуя не делать и получать зарплату, они до этого что-то сделали. Все равно. Чтобы там сидеть. То есть нельзя просто тупо вот взять и прийти в любой офис и сказать: «Здрасте, я хочу сидеть, ничего не делать, получать зарплату». Ну, то есть там хоть как-то надо, блядь, хоть что-то. Так что вот сорян. Вот допустим, чтобы... вот я государство, предположим, я государство. И вот у меня есть Калининград, в нем живет, ну, просто предположим, вот я президент России, Калининград, да? У меня есть город Калининград, в нем живет 400, ну, 500 тысяч человек в нем живет. Вот, и из них вот 10 тысяч как-то работают действительно, то есть какой-то пытаются там делать бизнес, не знаю, или, может быть, там как-то вот с Польшей торгуют, то есть, ну, я не знаю, что-то делают полезное, да, то есть что-то они платят налоги, они для страны полезные, они для экономики там региона полезные и так далее. А остальные, блядь, за 10 тысяч работают. И в итоге вот город, грубо говоря, ну, пускай он,
Вот в нем там вся вот все деньги, которые в этом внутри этого города есть. Или те деньги, которые этот город приносит государству. Пускай предположим, что этот город приносит государству 10 миллионов рублей. Пускай будет вот так. То есть такой же немецкий город приносит государству 100 миллионов, наверное. И поэтому их можно и тратить нормально. Можно рабочих нанять там подороже, можно асфальт починить. А тут 10 миллионов приносят. Потому что люди не работают, налогов не платят больше. Вокруг себя как бы ничего не образуют каких-то ячеек, да, то есть, допустим, если бы там, опять же, я бы захотел вот в Калининграде, не знаю, ну, короче, грубо говоря, то есть вот кто-то, допустим, сделал там такой район, что мне в нем захотелось жить, я в него переезжаю, все, и как бы вот уже что-то пошло. Я просто очень примитивно объясняю, я, сорян, как бы, может быть, какой-нибудь экономист бы лучше с этим справился. Я примерно просто объясняю, как это должно работать. Вот, и если этот город приносит мне 10 миллионов в мою государственную экономику, ну, я в него и могу, наверное, потратить 10 миллионов, не больше. 10 миллионов разделить, там, допустим, на 500 тысяч, это у нас получается, сейчас, 10 000, да, разделить на, давайте просто поделим прям по-человечески, да, ну, пускай будет, что это, 20 рублей на человека. 20 рублей на человека. Ну, 10 миллионов, то есть вот все, я могу, не знаю, нанять государственных служащих каких-нибудь с зарплатой 100 по 10 тысяч. Вот миллион можно потратить. Все, это миллион. 100 сотрудников по 10 тысяч зарплата. Это уже миллион. А если по 20, 2 миллиона, блядь. Чтоб 100 было каких-нибудь там соцработников. Да хуй знает, блядь, полицейские, пожарные, хуярные. Да? Еще там, блядь, асфальт какой-то починить. А как я его, блядь, починю, если у меня вот все, деньги есть, блядь. Вот я могу либо за миллион его починить, хуево. Ну, хоть как-то, блядь. Либо никак не чинить вообще. Если город просто экономически бесполезный, то с каких хуев в нем надо что-то чинить, что-то, блядь, прибирать? За какие шиши просто? На чьи деньги там будут люди убираться, допустим, вот этот мусор убирать? Ты не президент России, я тебя разоблачил. Ну вот ждем такое. Чупакабра задонатил 2 рубля. Без текста. Окей, спасибо. На какие, блядь, деньги... Это должно убираться. На чьи? С хуев ли на государственные вообще, блядь? Почему? Зачем? Если этот город, он бесполезный. Если там, блядь, люди не работают нихуя. Я не говорю, что все. Что это? Что здесь? Но большинство, блядь. Большинство жителей страны, блядь, к сожалению, вот. Проблема, еще раз, она не в государстве даже. Государство тоже. Но государство, оно такое, потому что вы такие, блядь, вы другого недостойны. Бутылка вот лежит, ну, вот это тоже непонятно, что, нахуя, что это такое? Блядь, что за мотка, не понимаю, что это такое? В чем смысл-то этого? Ну, здесь сыграешь какой-то, опять же. Ну, понятно, в общем-то, ну, представление уже есть какое-то, да, что там? А в Германии нельзя выехать в лес и там, вот, допустим, с друзьями побухать, покурить, и это хуёво. Потому что есть люди, для которых, блядь, самая охуенная романтика. Это посидеть где-нибудь в леске с гитаркой, там, что-нибудь побухать. Ну, блядь, да, побросать там мусор. То, что побросать мусор, это хуёво, конечно. Ссылку но убери то, что... на QQC3S9M8. Отличный комментарий к твоей аналитике. Может поспорить даже с универсальным комментарием. Окей, посмотрим. Спасибо за донат. То есть, блядь... Короче, давайте дальше. Что и было в 2018 году. Ну, я и так глянул просто ради интереса, да? Вот, Калининград. Комната, да? И что-то цены, вот, я не знаю. Ну, есть вот что-то, конечно, за 10 тысяч, но вот... Если ты там можешь жить за 6 тысяч рублей в месяц, хули ты за 6 тысяч рублей в месяц хочешь-то, я не понимаю, блядь. То есть, вот, еще раз. Если ты живешь во Франции... Да, грубо говоря, то 100 тысяч, 150 в месяц, там 100, сколько, 1500 евро, наверное, стоит, где-нибудь на окраине Парижа. Ну, как бы ты платишь такие деньги за жилье, ну ты, блядь, и получаешь себе такого уровня окружения. В Польше тоже, я думаю, недешево стоит жить. В Америке вообще мы поняли, что пиздец недешево. А в России ты, блядь, за 10 тысяч живешь и еще жалуешься, блядь. Вот в этом вся Россия и заключается, блядь. Ты, блядь, живешь... За 10 тысяч, сука, нахуй, в месяц снимаешь жилье.
и работаешь, блядь, на работе, которая, причем, она никаким хуем и не может, блядь, больше стоить. И тебе еще и платят там что-то, блядь. Еще особенно вот это вот охуенно, когда, блядь, человек супер хуево работает, там, типа как Маклауд, и жалуется, что ему еще мало платят за его уебищную, блядь, работу бесполезно. Ой, блядь, начальник заставляет нас троих работать за пятерых. Вот же мразь, блядь. 7 тысяч, 6 тысяч, что-то, да, 6 тысяч, 7 тысяч, 7 тысяч, даже 5500 есть. О, 5500. Вот, я не знаю, что за район тут, нормальный, ненормальный. Вот, что за здание такое, тоже не очень понятно. Ну, в принципе, 5500, тип дома, кирпичный. Ну, может, немецкий, я не знаю. Блядь, серьезно? Даже за 5 тысяч есть? Ну, хуй знает. Я глянул тут зарплату, опять же, ну так, того же грузчика вбил, да, ну, не знаю, тут написано, комплектовщик грузчик. От 30 тысяч, 25, вот, 22, 24, от 20, ну, я знаю, там что-то... Там условия по 20, ну, скажи, вот туда. Ну, может, и надо переезжать. Чё там ещё раз? Условия по 20 выполнены. Окей, окей, окей. Да? Там вот... Но проблема-то в том, что, я не знаю, там до сих пор воняет... А, сейчас... типа ты хочешь без очереди, то есть, чтобы я сейчас напал... Ну, давай я уже, блядь, досмотрю. То есть, без очереди, это значит, что без очереди следующих. Хотя, блядь, ладно, хочешь, сейчас на паузу поставим и посмотрим, ладно. Так, ладно, дальше. Три города с саниной и сраниной. Тогда понятно, почему он дешево. Ну, потому что... Или от 20... Ну, я знаю, что-то как-то... Ну, скажите, вот туда переезжай, да? Там вот... Но проблема-то в том, что, я не знаю, там до сих пор воняет в центре города с саниной и сраниной. Тогда понятно, почему он дешево. Ну, потому что все загажено, поэтому и дешево. Тогда я понимаю, почему так дешево. Опять же, не знаю, вот, насколько там улучшилось там все или нет, или стало даже хуже, может. Есть ли там проблемы со свиньями? Да, тогда оно может быть и дешево, да? Может быть, на, вот опять же, на болотах каких-нибудь еще дешевле. Где нихера нет. Ну а там, если даже в центре города. В центре города воняет саниной. Как ты, блядь, живешь как раз в таком городе, где у вас тоже в центре города воняет саниной. Блядь, пиздец, мы были с Юлей в Питере, и, короче, где-то недалеко от вокзала есть какой-то торговый центр. Короче, блядь, сейчас Санкт-Петербург. Я даже, наверное, его на карте найду. Он прям рядом с рекой какой-то был. То есть, короче, есть вокзал. Вот. Я даже, наверное, вспомню, где он. То есть, потому что мы там пешком доходили. Ну-ка сейчас. Вокзал. Московский вокзал. Вот, значит, площадь Восстания. Ну, мы гуляли. Наверное, вот где обводный канал. Вот это вот место. Да-да-да-да-да-да-да. И вот там вот этот вот такой вот есть, вот за рекой получается. Сейчас. Я вам прям покажу. Это как раз самый что ни на есть центр. Вот. Сейчас, секундочку. Вот-вот-вот, вот этот самый. Да-да-да, по-моему, в него мы заходили. Ты, блядь, в него заходишь, и там, сука, блядь, воняет... То есть там фудкорт, блядь, там еда. Бургер Кинг, Макдональдс, там... Вот вся эта хуйня на третьем этаже, и там на третьем... То есть бомж какой-то, блядь, вот здесь лежит. Его никто не выгоняет, не выпинывает, не, блядь, не отмывает, ни полицию не вызывает. Там, блядь, бомжатиной, саниной, сука, воняет на третьем этаже, блядь. Где люди едят. Охуительно. Ты, блядь, тоже живешь в городе, где с саниной воняет. Хули ты, блядь, жалуешься-то нахуй? Ну, тогда понятно. Еще, вот... Вся эта река с саниной тоже воняет, блядь. Там вот, да, где вот Вадим живет. Я уверен, что там с саниной не воняет. И там срачей вот таких нет. На пляже, опять же, на местном пляже. Я думаю, в Питере есть тоже срачи на пляжах на всех. Он живет рядом с пляжем. Там такого срача я ни разу не видел, ни в одном видео. Чтобы какие-то бутылки были накиданы, вот такое говно. И вроде с саниной там тоже не воняет. Вот. Опять же, там, где живем, там и сырем. Ну такого там нет, конечно же. Поэтому там все цивильно, там есть какие-то правила определенные, да? И... Блядь, чисто не там, где не срут, а там, где убирают, блядь. А убирают там, где деньги, блядь, есть на то, чтобы там убирать. Никто не срет, никто не засекает местность, да? Типа, блядь, почему Москву, допустим, не знаю, ездят вот эти вот, распыляют жижу такую, моют, блядь, асфальт, допустим, иногда, да? То есть, почему такая хуйня вообще вот в Москве она, блядь, есть, а, допустим, в селе в ебаном какой-нибудь, типа, Хуево-Кукуево, и там, блядь, нет такого, что ездят, блядь, и чистят асфальт. Да потому что, сука, в селе нет денег на это, блядь. Налогов там не уплочено столько, чтобы это делать. А в Москве есть, блядь, и за счет туристов, которые приезжают в Москву, то есть туризм между... Народный именно туризм, люди в основном приезжают в Москву, и, блядь, плюс туристы внутри России тоже, то есть все хоть раз в жизни хотят съездить в Москву, посмотреть, погулять, чё да как, и так далее. Блядь, и в принципе то, что хуева гора людей,
И при этом хуева гора людей, которые работают как следует. Все, просто за счет этого тупо есть деньги, тупо есть налоги, и поэтому есть смысл, значит, Москву чистить, блядь, мыть, да, потому что, ну, соответственно, здесь как бы живет там соответствующее население. Особенно в центре, то есть особенно центр, особенно, соответственно, то, что недалеко от центра, то есть там как бы вот люди... которые снимают, соответственно, какой-то там, или даже в собственности, особенно если есть какое-то жилье-жилье, ну вот все, вот поэтому там более-менее неплохо. Вот. С саниной точно вонять не будет, блядь. Нигде. В Питере, к сожалению, у вас это река, блядь, воняет с саниной. Я не знаю, почему никто с этим ничего не сделает. Вот. Ну, а... Я не знаю, блядь, почему в Калининграде. Ну, блядь, пожалуйтесь кому-нибудь. Хули. То есть, не, ну, как раз саниной воняет, да, это, наверное, плоховато. А с другой стороны, хули ты хочешь, блядь, там жить стоит 15 тысяч за комнату, за квартиру. За квартиру там, блядь, 15 тысяч. А хули ты хотел за 15 тысяч, я просто не понимаю. Просто если ты снимаешь там ее за 40, вот там наверняка ведь есть и дорогая недвижимость. Если ты работаешь как следует, да, то есть и 40 тысяч, это не такие деньги, это вообще ни о чем, по сути дела. Это меньше $1000. То есть по меркам Америки, в которой 100 тысяч стоит снять, это, ну, такое, ну, как бы, ну, давайте вот посмотрим, от 40 тысяч рублей. И все, 21 объект всего, охуеть. То есть, в принципе, такого даже нет. То есть самое... Самая элитная, самая просто невозможная, безумная какая-то, шикарная, роскошная квартира стоит, блядь, 48 тысяч, блядь. 90 квадратных метров. И чё, вот ты хочешь сказать, вот тут плохо живется в этом, блядь, доме? Ой, блядь, в Калининграде невозможно жить хорошо. Блядь, возможно, нахуй, просто работать надо. Ебать, да это нахуй хоромы, блядь, просто хоромы за 40 тысяч. Пиздец, может мне переехать в Калининград? Мне это похуй, мне лишь бы интернет был. Хоромы просто, пиздец, это, блядь. И там предложений всего, то есть там просто нет дороже, там за 60 тысяч двухкомнатных уже нет. То есть оно просто тупо там столько не стоит. Ну, то есть если в городе, в принципе, вот такого даже быть не может, чтобы жилье стоило таких денег, ну, а почему там должно, собственно, не вонять с саниной? Живи там, блядь, живи в тех районах, где с саниной не воняет. Делов-то, блядь. Дальше что? А вот в Калининграде, к сожалению, засрано все. Все засрано, есть проблемы со свиньями, как я вижу. Опять же, может быть, что-то за два года стало лучше. Да, блядь, проблемы со свиньями есть везде, где... Везде вообще. Я, к сожалению, не знаю. Вот, может, кто подскажет, что-то как. Что-то, да, реально дешево как-то стоит снять комнату, и если верить вот этим закладам... Олег, да, Кравченко, это Фрэнки? А то я, честно, я даже не привык его... Я не привык, что он Олег. Вот, ну... Ой, не помню, честно говоря. По-моему, нас познакомил Глеб. Вот что самое забавное. Ну, типа, ну мы на почве любви к гранжухе сошлись. Как-то так. Вот. А, охуенные текста? Да как, блядь? Просто если я придумал хуевую строчку, я ее не оставляю. Если хорошую, я ее оставляю. Примерно так. Этим цифрам. Ну, что-то даже можно приезжать. Я так понял, только климат не очень, да? Ну, там дождь, ливень. Это обычное состояние. Достаточно погоды. Но мне в Питере привычно, знаете ли, к такому. А, ну, так что как-то так. Кстати, мучки, подписывайтесь на канал. Ну, здесь был поиск истины. Вот как-то так. Ну, в принципе, за 50 минут уложились. Не так уж все ужасно. Да. Ну вот смотрите, вот я, предположим, вот я стример-ютубер. У меня, например, ну то есть я бы не сказал, что я просто упахиваюсь, но предположим, что у меня есть там те же самые, ну там, ну, не знаю, 50 тысяч рублей, предположим, у меня есть. Вот я в Майами, я на это не протяну. Если я сейчас перееду в Америку, ну все, я просто не смогу на это жить там.
А в Калининграде я просто, блядь, как в раю буду. Я буду, блядь, просто как в ёбаном раю, нахуй. Или любой там программист какой-нибудь, да, то есть, пожалуйста. Вот почему бы, допустим, не жить в том же, не знаю... Короче, особенно те, кто любит путешествовать по Европе. Вот Калининград прям отлично, базироваться там, сидеть. Интересно, Pearl Jam или Alice in Chains? Ну, Alice in Chains, наверное. Но он бы выбрал Pearl Jam. То есть, Фрэнки выбрал бы Pearl Jam. Но я, наверное, Alice in Chains. Мне вот Pearl Jam, честно говоря, из большой четверки меньше всего нравится. Переезжает в Кали, значит, Кровавому Рифу и клубу Мьюз пока. Вот как бы, блядь, вот да, вот это одно из тех, вот, что меня держит. Одно из тех моментов. Ну что ж, спасибо за просмотр, господа. Видос, как говорится, заканчиваем. Стрим продолжаем.